Здорово, Ребзи. В общем, опять выбрался похулиганить. Дистанция 200 метров. Вон машинка, все та же. Вот мишенька. Баночка из-под пивасика. Настроим камеру. Я думаю, так видно. Так. Ну что, ветерок есть приличный. 4-5 метров. Винтовка все та же, егерь. 22 ЛР. Пули, люгеры, 2,2 грамма. Все, пошел на исходную. Так, я думаю, видно нормально. 200 метров.
нормально. Со второго выстрела. Так, ну пивасик. Надеюсь, видно. Колбаска прилетела вниз, как и вчера, но по центру. Получается, по центру. Прямо по центру бутылочки вниз. Как бы метил по сеточке, по калькулятору все-таки должно было быть. То есть бутылочка из-под пива. Новенькая, как бы не пожалел денег на нее, но это не стекло зато. Че, нормально. Напомню, что ветерок есть 4-5 метра. Он такой прилично ощущается. Но здесь тропинка, как бы дорожка, лес справа-слева. Но есть места, есть такие просветы, где ветер проходит. То есть он какое-то влияние может оказывать. Ну, не знаю. Вот так вот. Первый выстрел. Почему со второго? Первый сорвал. Хорошо это очень видел, чувствовал. Потому что не задержку дыхания не сделал, как обычно я делаю. На втором выдохе задерживаю, а тут поспешил. Хотел побыстрее шмальнуть. Ну и результат. Первый выстрел промах. Ну, со второго попал. Расстояние 200 метров, еще раз напомню. Вот иду обратно. Вот так вот. 200 метров. Пуля очень хорошая. БК у нее очень приличный. 0,135. Я думаю, что он соответствует заявленному Володей. Пуля действительно. Вот ветерок, кстати, чувствуется. Вот открытые места. Вот, и ветерок чувствуется. Прямо в лицо дует. Ну, я смотрел. Я смотрел сейчас по сети 4-5 метра где-то. Ну, слышно, дует. Вот, здесь открытое место. Ветер приличный. 5 метров есть. Я думаю, что с валанами здесь вообще делать нефиг на такой дистанции. Ну, хотя не знаю. Сейчас валанами не стреляю давно уже. Как бы неинтересно. Вот такие пирожки без котят. Вот ветерок, не, есть. Вот здесь вообще открытое место. Ну, ветер, как говорится, нам пофиг. С такой пули, с таким БК. Для этого все и как бы и затачивалось. Весь смысл в том, чтобы в такой ветерок, который практически каждый день присутствует здесь. Так что, вот Егор Дмитриевич, все тот же. Вот, прицельчик 4,5 крата. Ща. Многие знают этот прицел. Достойная оптика. Вот. Ну вот такие дела. Стреляю с барабана, не сладка. Вот. Вот так вот. Мой егерь. Все, еще раз слава Шмайсеру. Всем удачного дня и хороших пострелов. Пока!